городе беда случилась, запылал в огне весь дом. Вам пожарные помогут быстро справиться с огнем. Доезжают очень быстро. Вот и дом, где из окошка показался уж огонь. Гарью комната полна. И спасают из огня перепуганного Петю. Потушил огонь пожарный, строго пальцем погрозил. Спички детям, не игрушки, если дома ты один.